Всем привет, дорогие друзья! С вами Time Games. 29-й тур чемпионата России продолжается матчем Анжи Мордовия. Ну что ж, дорогие друзья, этот матч очень много значит для той и другой команды. Команды борются за выживание в российской премьер-лиге. Возможно, кто выиграет этот матч и останется в той самой премьер-лиге. Этот матч очень важен для обеих из команд. И скажу банальную фразу, это битва за 6 очков. И скажу больше, это битва за прописку в премьер-лиге. Осталось 2 тура, вот и все, 6 очков максимум можно набрать, отступать некуда. И той, и другой команде, но кто-то все-таки вылетит. Вот из этих команд точно кто-то вылетит. Я просто вангую. Итак, я играю за домашнюю команду, как обычно. И матч до 29-го тура Анжи Мордовия начался. Я не болею. Я не болею. Удар. Выбивает мяч Ревишвили. Ломич просто выносит мяч за пределы лицевой и будет угловой. Подача штрафную. Ого! Джонатан! Да что ж такое-то, посмотрите, за одну миллисекунду две штанги. И та, и другая, левая и правая. Лазич отбирает мяч. В прошлом туре он гол забил, победный. Маевский. Абдулаев натыкается на Нахушева. Отбор. Самодин с мячом. Степанович, пас направо, Иванов. Пытаются отобрать мяч футболиста Анжи, пока неважно выходит. Иванов навешивает и должен Помазан сыграть, как и должен был, сыграл должным образом. Джонатан Эбсилио. Так, забегает по левому флагу Ходакцев. Так, нет, здесь все закрыто. На 7 печати и замков. Игиев на боли, штрафную входит, бьет, 1-0. Анжи выходит вперед на 12-й минуте матча. Вот так вот, дорогие друзья, удачно начинается матч для махачкалинцев. С левой ноги в ближний угол посылает мяч Яник Балей, открывая этим ударом счет в матче. 1-0. Анжи повел. Степанович. Мордовия с мячом. Махмудов. Власлов. Степанович. Махмудов. Так, навес штрафной. Отбивается Лазич. Точно на Маевского. Маевский. Абдулавов. Пас на Яника. Вали. Так. Нарушение правил со стороны Анжи, там нарушал Яник Бали правила. Но мяч выигрывает футболиста Анжи. Эбисилио. Потеряли мяч. Степанович. Махмудов. Так, по-моему, мяч от Ломича ушел. Нет. Смотрите-ка, я был не прав. Махмудов с мячом навешивает. Отбивается Анжи. Абдулавов. Так, успевает Бали забрать этот сложный мяч, но делает пас совершенно непригодным для дальнейших атакующих действий. Тишкин. Рыков. Нахушев.
Власов. Обессилева перехватывает мяч, но на первом мяче был Махмудов. Мяч забрал. Неточный пас. Жиров. Максимов. Джонатан. Уходит от соперника. Центр на Блова. Бьет. Рыков попадает мяч. Улетает на угловой. Итак, навес в штрафную Мордовии. Пробивает Жиров, но точно по центру. Где располагался внутри Левишвили. Иванов. Иванов идет по правому флангу. Обман. Власов, удар. Это 1-1. Что же, дорогие друзья, ничего страшного не произошло. Просто Мордовия восстановила статус-кво. Анджей идет в атаку. Пас на Яника, блин, же делать. Да как? Я... На Яника делал пас. Что за бред? Что за бред происходит в этом матче, в этой игре? Да куда? Да направо же я отдавал пас. Мухамешин с мячом. Ну еще и нарушение было, да? Вообще нормально. Рыков. Самогин. Ошибается в передаче. Футболисты Мордовии. Кигек с мячом. Запускает по левому флангу. Ходарцева уходит от соперника. Он... И нужно сделать пас вот сюда. Абдулавов. Толкают Абдулавов. Судья, ты вообще нихуя не видишь. Тишкин. Иванов. Брыков. Нахушев. Ломич. Мухаметшин. Ломич. Маевский пытался отобрать мяч у Ломича, но не вышло. Пытается еще раз, и мяч от Маевского уходит за боковую линию. Мухаметшин. Так. Перехватили мяч футболисты Анжи. Эбисилио. Пас на Бали. Давай забегай слева. Кто там? Ходарцев. Так, Ходарцев упустил мяч за боковую. Тишкин. Стеванович. Ломич. Тишкин. Хорошо, перехватил мяч. Пас Ходарцев. Ушел от соперника. Просто прострел, да прострел, мать его! Итак, навес штрафное. Стеванович выносит мяч на угловой. Подача. Джонатан! 2-1! Вот так вот, Джонатан! Анжи ведет в счете. Я же говорил, ничего страшного. И это на 45-й минуте матча. Даже добавленное арбитром время.
Вел в раздевалку, забивая Анжи, и посмотрите количество ударов у Мордовии. Киберспорт, друзья, киберспорт в Мордовии играет. Итак, Луценко вместо Самодина у Мордовии выходит на поле. Это усиление, как считаю, усиление атаки. Так, ошибка передачи. Боли! Пас-центр. Абдулавов. Он немножко медленный, но сделал пас на Бесилио. И бить нужно. Мяч Ломича попал. Накуша с мячом. Рыков. Тишкин. Так, вновь Тишкин с мячом. Отдает пас на Иванова. Власов. Так, забегание слева по Метшина, который убился в офсайде. Итак, Лазич. Маевский. Эмиссилио. Итак, успешнее, родной. Йоу, Абдулавов! Накушев не дает ударить Абдулаву. Власов. Мордовия пошла в атаку. Ломич с мячом. На Мухаммедшина. Забегает Ломич вперед. Но пас следует на Махмудова. Махмуда входит в штрафную. На вес. И удар Луценко. На небеса. Замена. Еще одна в составе Мордовии. Дудиев выходит вместо Иванова. Это вторая, по-моему, замена, если я не ошибаюсь, саранской команды. Махмудов. Ломич. Мухаммедшин. Власов. Джонатан. Яник Боли просит мяч! Боли! Да, все-таки я двоих он не смог уйти. Стеванович. Прием налево на Мухаммедшина. Пас на Махмудова. Нарушение правил со стороны Анжи. Еще полчаса играть в этом матче. Анжи выигрывает 2-1 в Мордовии. В 29-м туре, предпоследнем в российском чемпионате. Розыгрыша 15-16 годов. Мудов, Дудеев, Тишкин, идем по правой бровке, навес, что это было? Жиров, Подарцев, Бесилио, так, пас на Абдулава, и я не боли, перепрыгивает через мяч. Получает его, уходит в центр штрафной и напарывается на Накушева. Тишкин, перевод налево, Ломич. Мухаммедшин. Ломич. Луценко, забегание слева Мухаммедшина, обратная передача и вновь Мухаммедшин с мячом. Отобрали мяч футболисты Анжи. Не будет атаки Мордовии. Максимов. Так, забегать нужно было. Левишвили. Накушев. Махмудов. Ставанович. Дудеев. И вот центр на Луценко. Луценко послал на Власова. Связка у них хорошая. Бегут они в атаку. Так, Мухаммедшин обратно на Власова. Власов входит в штрафную. Так, нет, только не пенальти. Только спасибо, что не пенальти. Но нет. Накушев. Рыков.
Навес штрафной отбивается Андже. Так, справа, справа, хороший! Хороший пасец! Да, давай, давай, беги, Абдулавов! Пейса у него уже маловато, надо делать пас! Удар обессилил он мимо! Последняя замена в составе Саранской Мордовии. Как я думаю, там получает игрок Анджи, какая нафиг замена, замена Игнатович вместо Мухаммедшина, и там получает игрок Анджи, но это уже не важно, остается 8 минут основного времени до конца матча, и 2-1 выигрывает Анджи. Возможно, кто выиграет в этом матче, тот и спасется, напоминаю. Да, это нарушение правил, желтая карточка футболисту Мордовии. Эков я получает. Да, все-таки сломали у нас игрока. С правого защитника у нас их нет. Берем тогда центрального, вот этого Гасанова. Так, прям как у меня почти фамилия. Первая буква только другая. Так, Кадарцев. Ну что такое? Желтая карточка. Футболист по Мордовии. Подходит они ближе. Ближе они подходить нельзя. Так, скидка! На Яника Бали! Отбивается Мордовия. Накушев. Мордовия стремится в контратаку за 3 минуты до конца матча. Дудиев несется по правому флангу. Жиров. Отбирает мяч Жиров. Просто красавчик. Маевский. Пас на Яника Бали. Яник Бали. Пас. Эх, не успевает. Да, уже все, матч заканчивается. Отбиваться, просто отбиваться. Бали, эх, не успевает. 3 минуты до балла орбита. Ревишвили, Нарыкова. Тишкин. Рыков. Все, дорогие друзья, матч 29-го тура Анджи Мордовия заканчивается победой хозяев, победой махачкалинцев со счетом 2-1. Перед вами, дорогие друзья, статистика игроков, и по традиции давайте посмотрим на рейтинг игроков. Так, лучший игрок матча Кадарцев. Классно они сыграли. Яник Бали классно сыграл. И вот оценочки Саранской Мордовии. Ну, дорогие друзья, с вами был Time Games. Всем пока.